Уютная гостиная ботанического сада с камином, различные новогодние и рождественские композиции. На новой выставке каждый может увидеть, как украсить собственный дом. В этом году темой нашей рождественской гостиной стала сказка, всем хорошо известна, 12 месяцев. Когда девочка ходила в лес в зимний, искала подснежники, вот цветы в снегу, это основная тема нашего праздника в этом году. Если уже сейчас в гостиной сада можно увидеть и орхидеи в снегу, и гиацинты, и верески. А еще в этом году очень много композиций у нас в гостиной съедобных, потому что очень много уже в первый день среди посетителей было малышей, детей больших и маленьких, и какие дети не любят сладости. И вот как для них наши замечательные друзья, флористы «Золотого лепестка», готовят композиции с живыми цветами. Флористы постоянно создают новые украшения, поэтому гостиная сада день ото дня будет пополняться новыми декоративными композициями. Праздничную выставку «Ботанический сад» подготовил совместно со студией цветов «Золотой лепесток». В этом году мы решили в большом количестве использовать живые цветы. А конкретно это луковичные. В качестве декора мы используем пихту нобелес, это голландская пихта. Также здесь мини-ирисы, которые еще совершенно в зачаточном состоянии, но буквально пройдет у вас неделька, и они начнут распускаться. Такая вот корзинка, как из 12 месяцев, может стоять у вас на столе и радовать вас все новогодние и рождественские праздники. Такие композиции сохранятся и до следующих новогодних праздников. И все потому, что в них используются природные материалы. Для создания таких новогодних композиций в основном используются только натуральные материалы. Если внимательно присмотреться, даже кашпо сделаны из засушенных листьев, травы, мха или древесины. Рождественскую гостиную дополняют зимние пейзажи и сюжеты участников Тверского народного фотоклуба и картины от художницы Дины Вальберг. В рамках экспозиции в ботаническом саду пройдет и ставший традиционным семейный праздник «Живая елочка». Мы всегда совмещаем этот праздник, эту выставку с нашим семейным традиционным праздником на территории сада «Живая елочка». И 21 декабря, как раз перед Рождеством и Новым годом, мы будем приглашать в наш заснеженный парк, где будет удивительный, замечательный, настоящий русский самовар. Мы будем украшать ручными игрушками живые елки, другие хвойные деревья. На празднике флористы проведут мастер-класс по изготовлению открытки, а в дни каникул научат, как делать рождественский венок. Все украшения на выставке можно приобрести, а по желанию флорист создаст новые авторские композиции. Зарядиться новогодним настроением на экспозиции в Ботаническом саду можно до 15 января.